Итак, получила свой заказ по восьмому каталогу летнему и расскажу, что у меня в заказе для себя и для моей семьи. Всегда заказываю wellness, в этот раз у меня пока витамины есть, заказала дополнительно омегу-3, потому что мы принимаем к ПЭКу еще дополнительно по 2 капсулы, и заказала батончики. У меня ребенок их старший активно берет в институт с собой на перекусы, и малой тоже ест во время прогулок, чтобы не искать, где поесть. Бывает, что голод наступает неожиданно. Я всегда стараюсь с собой носить батончики. Вот у нас идут шоколадные. Очень люблю серию вот эту Loving Care с миндальным молочком. Смотрите, какая огромная бутылка. Сейчас идет по очень хорошей цене. Это шао-крем. Мне чем нравится, что он именно увлажняет и питает сухую кожу, то есть в отличие от геля для душа. И вот мне нравится эта очень серия. И вот этот крем, тоже его очень люблю, большая упаковка. Я аллергик, вот эта серия мне очень хорошо подошла и очень хорошо смягчает сухую кожу рук, прям замечательно на ночь стоит у меня всегда, вот я использую, я и муж тоже у меня пользуется. Для мужа и сына заказала пену для бритья, гель для бритья мужской, и заказала им вот такой триммер, давно мы с ним обсуждали, для удаления волос. Там брови они подстригают в носу, в ушах, кому чего надо. Вот такой набор тоже заказала. Показался интересно. Я, кстати, видела ну, подобные по аналогичной цене и дороже. Дальше. Заказала новинки каталога. Очень люблю серию Life Naturals. Пока не посмотрела, вот в свое время я пришла в компанию Oriflame на яблочный шампунь. То есть пока не смотрела запах этот, попробуем яблоко и бамбук. Натуральные шампуни, гипоаллергенные, вообще очень-очень классные. И еще очень люблю личи, вот заказала тоже для себя и для своей семьи шампунь с экстрактом личи и зеленого чая. Тоже посмотрим, протестируем. Дальше. Заказала новинку. Это крем для ног и дезодорант для ног с ароматом апельсина, с экстрактом апельсина. Могу сказать, я не знаю, насколько это корректно будет, но вот этот дезодорант у меня, я их всегда заказываю в каталоге. Я их использую еще и дома как ароматизатор санузла, честно. Мне очень нравится запах, он натуральный, без химии и так далее. То есть для обуви, соответственно, и также использую еще дома в качестве ароматизатора. Дальше заказала себе вот такой лосьон. Очень люблю вот эту серию Optimals Body с растительными пептидами для укрепления кожи, тонуса кожи и так далее. Сейчас летом, после загара, после тренировок, то есть я стараюсь всегда чем-то пользоваться, а он легкий, то есть такой нежирный лосьон для тела и плюс еще со свойством укрепления кожи. Посмотрим. С 50% скидкой заказала капсулы для лица и серии NovAge. Я обожаю эти капсулы, они подходят для массажа, для лица и так далее. То есть кожа прям ну, сумасшедше красивая становится. Так, люблю бальзам вот этот из серии The One, он сейчас со скидкой. Нравится, что он именно как в виде помады выкручивается, удобно с собой брать и на тренировке, чтобы нанести на губы, а не нужно пальцами лазить. Дома я использую смягчающее средство на ночь, а в течение дня я в основном использую вот этот бальзам для губ The One, люблю его. Заказала, у меня закончился лосьон для тела, для загара, поскольку поеду загорать на море. Остальная более сильная защита у меня еще есть, я заказывала в прошлых каталогах. А вот легкий уже потом на загорелую кожу у меня закончился. Интересно, что он подходит и для тела, и для лица. Но я для лица использую всегда более сильный фактор защиты. Дальше взяла новинку серию Optimal с витамином С и маску. И взяла вот этот гель-крем на лето, легкий, с витамином С. Его можно использовать на ночь, чтобы питать кожу. У нас была эта серия раньше, сияние витаминов, кто помнит. Очень вкусно всегда пах, очень хороший легкий крем. То есть, действительно, его рекомендую. Это апгрейд, так скажем, новая версия. Дальше, что заказала? Заказала себе крем для век. Мне нравится сейчас на лето с таким вот комплексом, который против пигментных пятен, поскольку
Все-таки с возрастом уже часто добавляются пигментные пятна при загаре. Я стараюсь всегда защищаться, плюс дополнительно использую вот этот крем. Заказала, конечно же, туши из каталога. Я очень люблю вот эти туши 5 в одном. Дальше. Заказала украшения на лето. Мне очень понравилось. Смотрите, какие изящные, тонкие. Классные. И тут есть и гвоздики со светло-зелеными камушками вот такими. И есть вот такие вот, как рыбки. Не знаю, не рыбки. Очень красивые легкие украшения. Сейчас очень популярна серия так называемых боха украшений. Заказала браслет на ногу и заказала вот к летним платьям легкое такое двойное, оно трансформер, можно разъединить, будет короткое, а можно соединить длинное, одеть как вам удобно. Понравилось для летней одежды, вообще просто чудесно, легкое, воздушное прямо. Дальше, по серии официальный обозреватель, мне пришло в этот раз 3, по-моему, продукта, насколько я вижу. Значит, пришел вот такой крем-иллюминатор. Он немножко с розовинкой. Сейчас я вам покажу его. То есть он такой слегка розовый оттенок. Сейчас мы его попробуем с вами. Да, то есть он такой слегка с розовинкой, дает сияние. Можно использовать как хайлайтер. Вот такой крем. Так, и пришел набор помад, который будет тоже в следующем каталоге, так же, как и вот этот иллюминат. Набор помад, которые можно миксовать, соединять и так далее. Вот, каталог еще новый не смотрела, так что я думаю, что кто сделал заказ, уже получил его. Все, всем пока, если есть вопросы, пишите.